Вчера в ближайших окрестностях Екатеринбургского железнодорожного вокзала, там, где в переулке Невьянском стоит важное здание номер один, случилась почти что рядовая магазинская буча. Почти драка, почти массовая. Здание под номером один, ближе к старому вокзалу, здесь важное, потому что содержит в себе алкомагазин, продающий бухло до 11 вечера и зачем-то названный в честь британского города-графства с населением, как в Нижнем Тагиле. Ближе к закрытию горожане, торопившиеся затариться перед рабочим днем, наткнулись на преграду в виде свалки из дерущихся молодых мужчин. Девушка, что такое? Нет, закрыт магазин, все. Цитата от покупательницы с паблика «Инцидент Екатеринбург». «Мы хотели зайти в Бристоль, дверь была закрыта. Рядом с дверью уже собрался народ. Мы попросили открыть двери, и молодые люди пошли разнимать. В тот момент уже вызвали полицию. А из-за чего, мы так и не поняли». Конец цитаты. Так а мы поясним. В конце концов, выяснилось, что за несколько минут до этого пьяный покупатель, тот самый, что лежал внизу и все никак не желал распустить захват, попытался украсть бутылочку пива, но был пойман за ручку, и вместо того, чтобы просто отдать товар и свалить по предоставленному гуманитарному коридору, он бросился с кулаками на девушку-продавщицу, после чего и впрягся парень на парнике пары покупателей, бывших в зале рядом. Совместными усилиями пьяное зло было наказано, спиндикрючено и передано профессионалам для дальнейшего наказывания. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.